Всем привет, друзья! Я так увидел, что эта рыбалочка вам интересна. Хорошее количество просмотров по ней было. Я решил дальше записать. Хотел вообще в World of Fisher поиграть, но я уже второй день в эту игру зайти не могу. Поэтому давайте в эту поиграем. Так, что у нас тут? Я, кстати, как, собственно, тогда видео записал, я и в нее и не входил. Так. А, блин. Можно же было сразу улучшить. Ёшкин кот. Ладно. Жемчужины. Хорошо. Так. О, редкий. Смотрим. Улучшили. Эту рыбку улучшим. Третья звездочка. Так, у нас еще вот она одна есть, не улучшена. Каранкас. Беда. Грамотей. Позже. Не понял. Это у нас что здесь? Изменить, улучшить. Не могу. Ладно, давайте ловить пока. А какие лицензии тут показываются? Изменить лицензии. Тяните. Ладно, давайте половим. Половим. А может даже давайте в поединочек сыграем. Так, а да, я же забыл суть. После акулы-убийцы, да. Трэша маловато в этой игре. Но мне, ребята, акула-убийца зашла просто. Просто зашла игрушка. Что у нас? Рифовый король. 5 кило. Давайте поединок. Поединочек сыграем. Ну. Да. Ну. Закинуть. Это же мы специальных там ловим. Да, три специальных рыбы. Определенных. Не специальных, а определенных. 32. О, давай. А, 40. Это мой желтопёр игру, 6 килограмм. Следующее. А мы что, только его ловим? Кейп-котский карась. А как изменить? Никак, да? У меня что, его нету, такого карася? Да я еще и проигрываю, друзья. О как. А у него группера, походу, нету. Нет, это хуже. Хуже. Вот беда. Ну, выигрывает. Косяк. Комбочка нужна. Я не понимаю суть. Просто покрупнее надо выловить. 266. О, я уже выигрываю. Круто. Давай. Дружочек, давай. Лови, как там в сказке? Ловись, рыбка большая, и еще больше. Еще крупнее. Отлично. 200 у меня 90 уже. 29 секунд. Полминутка, уже меньше. Давай. Крупненькая, ловись. Давай. Все, выловили. Выловили? Нет. Этот меньше. Меньше. А что закидывать? Все уже.
У него 200. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Мы выиграли, выиграли. Ура. Ура-ра-ра. Ну что здесь будет? Монетки. Окунь. Луцан сейчас улучшим. Карась. Карась. Улучшить. Улучшим. Все. Друзья мои, друзья. Вот новинка. Мне его и не было. Кейп-котский карась. Его зубы напоминают чем-то человеческие зубы. Они помогают раскусить панцирь своей добычи. Все остальное мы уже с вами читали. Базовая. Да. Базовая. Давайте ловить. Так, давайте мы сейчас одну рыбку поймаем. Собственно. А потом я зайду в удочки. Как вообще там подулучшить все? Бихайба. Обыкновенная. А, это магазинчик. Здесь что? Вес обыкновенный. А как мне его улучшить? Улучшить. Это первый уровень показывает. Улучшить. Вам нужны однозвездочные удочки для улучшения. А где их взять? Вот где мне их взять? Ну ладно, пока что ловим. Что у нас тут еще интересного будет? Ничего ж себе этот таскает. Это, наверное, что-то крупное. Что это? Желтополосая ронка. Ничего и крупного нету. А это что такое? Фиеста приманок. 101 очко. Я его еще не заработал. Получайте, улучшайте приманки, чтобы победить других игроков. Во как. Давайте еще тогда один поединочек. Кого? Кого? Не знаю кого. Уровень 2-2-2-2. Черный давайте. Его. А, все, мы уже ловим. Ух-ху-ху-ху-ху-ху. Давай. Двадцать семь, 30, 31, 30, 40. Что-то он слабенький. Еще разочек давайте кинем. Ну, в принципе, мы эту минуту можем потратить на него, а вторую минуту на Каранкса. Так. Давай. Ну, покрупнее. Не особо крупнее. И еще сейчас одного. Мы пока проигрываем, друзья. Проигрываем конкретно. Ну ладно. Ничего страшного. У него уже 301 очко. У нас. Закинем 208. Хорошо. Ой-ой-ой-ой, это что-то крупное, походу. Да что ж такое, не идет этот золотистый. Хорошая штука, да? 4 звезды. Ну, как раз еще на одного.
Давай, давай, куда? Куда ты идешь? Куда? Куда тебе? Куда тебе до меня? Ну-ка. 4 звезды. Рекорд рыбы. Да не успеем уже, ну ничего. Ну что? Ну что? Кого сдаться? Ага. Ага. Только осталось. Оля-ля. Оля-ля-ля-ля. Все, мы выиграли. Начать открытие. Да. Сколько оно будет? 3 часа. Ладно. Нет. Давайте просто оборудуем. Коллекция. Это я какую-то награду получил, да? Угу. И еще достижение. Получить. Вообще, а что нам надо, чтобы на другой перейти? Хо-хо-хо-хо. Я так понимаю, рыбу всю получить надо. Ну ладно, играем пока здесь. Что у нас тут будет? Ну, не очень крупные. Не очень крупные. Так. Да, мы сейчас 3 рыбки выловим. Поединочек. 3 рыбки выловим. Поединочек. О, это уже что-то новенькое на сегодня. Снук. Редкая. Редкая рыбешечка. Катер мимо плывет. А я рыбу. А у меня рыба клюет. Во. Катер мимо. Мимо. Да. Так, все. Наш поединочек. Давай, поединок, я сказал. Наибольшее количество трофеев. 148. 3 поединка. А я, по-моему, с ним уже бился. Давайте губана выберем. Губан. Он уже выловил что-то. Он группера выловил. Причем хорошего группера выловил. Обалдеть. Так, ничего ж себе. Ну, наверное, я проиграл, друзья. Походу я проиграл. Аж у меня 493. У него тут эти понабиты, обалдеть. Всякие прикормки. Ну, так нечестно. Так нечестно. Серьезно. Ну, серьезно, ну что? Я без прикормок, без всего. Он, видно, обиделся с прошлого раза. Решил, что честно побеждать неинтересно. Ну ладно. Ладно, давайте хотя бы это, для приличия, группера поймаем, что ли. Все равно проиграли.
5,95. Ну, мне далеко, я таких групперов не ловил еще. Собственно. Ну, мы проиграли. Ну что теперь? Всякое бывает. Ничего мне не дали. Ладно. Ловим. Просто ловим. Опять группер будет. Неинтересно, неинтересно. Нам надо общее. Может, что-то еще поймается. То, чего у нас нет. Так, побережье Флориды. Флориды. Рейтинги какие-то у нас тут есть. У, я вообще где-то далеко. Рейтинг поединка. Я что, вообще вне списка? Да. Ладно, ну что теперь? Потихонечку будем ловить. Так, друзья, по-моему, игра подвисла. Да не по-моему, а подвисла. Так, я уже испугался, что у меня закрылся этот проигрыватель, который видео записывает. Ага, вообще, думал, заново придется все записывать. Не-не-не, слава богу, слава богу. Просто слился с картинкой на экране. Кто там? Кто там? Красный группер, 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 группер. Группер, группер, группер. Как красиво. Как красиво вода возле берега. Прям на море захотелось. На пляжике полежать. На солнышке позагорать. Ох, ох, ох. Это у нас чего? Черный морской окунь. Ну, новенького пока что ничего не ловится. Ну, ничего, просто. Так, третья рыбка, поединок. Хорошая работа. Значит, кого-то хорошего, да, выловили? Нет, маленькая пишет. А, рекорд рыбы. 8 килограмм. Ничего себе маленькая. Поединок. Против поляка. Ты... А он снука выбрал. Ну, давайте ромку. Тут. Что ж такое? Бихайба? Я думал, он ронг вот там. Так, ладно. Так, ладно, ладно. Надо дальше ловить. 245 мало, маленькая. Он это уже поймал, молодец. Это у нас чего, сколько? Да что ж такое, 201. Ну, неинтересно. Неинтересно, надо крупнее. Ах, она прям так подзависла. Не, слабенькая. Давайте ее тогда. Может, на нее больше повезет.
Ну, ходит, да, но тут вообще великолепно. Туда-сюда гуляет. Так. 203. Блин. Обыкновенная. Так, еще раз. 203. 203 мало. Надо по обоим параметрам выигрывать. По обоим. Полминуты осталось. Ну, может, две рыбы как раз поймаю. Надеюсь. Давай, 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 живи. Живи. Вообще 173. Обалдеть. А, ну все уже. Все. Все, я уже не успел. Ну, только по одному параметру выиграли. И тут хорошая поймалась. Да! Рекорд рыбы вывез как раз. Но мы-то все равно выиграли. Хорошо. Хорошо. А ее открыть? Ну. Так, забрасывай. Не-не-не-не-не, а как у... Блин! Да я ж не... А пусть уходит. Зачем? Сорвалась, да сорвалась. А, это применена. А как базовую улучшить? Без понятия. Наверное, карточка должна выпасть. А, наверное, карточка выпадет. Мы улучшим базовую. И у нас тогда откроются новые рыбы, которые мы сейчас не можем поймать. Во. Наверное, это так действует. Карасик. Карасик, карасик, карасик. Негодяй, карасик, а? Что-то я вспомнил детство свое. На прудик мы пошли. Я с двумя друзьями. И один там друг закинул поплавок на карасика. Поплавок начал это клевать, вытаскивает. Он такой, вот карась, умная рыба. Червячка съела, червячка с крючка сняла и ушла. Та-дам. Эпическая, бурополосая червь. Новая рыба? Серьезно? Серьезно? Это новая рыба сегодня. Подождите, я ее не вижу. Странно. Да вот она. Да что ж такое? Ну а чего у нее нету? Ну, не знаю. Ну, ладно. У меня, значит, нету этих просто тупо. На нее улучшений карточек. Ну, ладно, не страшно. Поймалась да поймалась новая рыбка. Нам что, плохо? Мы ради этого и ловим. Рабирубия. Рабирубия. Раби-рубия. Так, сейчас еще одну рыбку выловим и поединочек. Нам надо уже добить. А то как-то непорядочек, согласитесь. Ну, непорядок просто. Все, поединочек. Поединок. Поединок. Казахстан.
У меня, собственно, и то есть. Давай, давай, давай. Давай, быстрее, ловись, ловись. Так, он уже что-то выловил. А, ронг он выловил. Отличная добыча. Ну-ка. 214. 224. Ну он пока выиграет, тут спору нет. Он только того крупнее поймает. Он второго пока что еще не ловил. Выловил. Он так это замедляется, как будто это супер-пупер выловилось. На самом деле не супер-пупер. Мы, друзья, пока проигрываем. Очень печально. Очень печально. Так, этого ловим и следующий будем ронку ловить. Ну, какой? Нет. О, блин, ну ладно, ладно, еще разок, давай. Я понимаю, все, хочется. Блин, ошибся. Ай-яй-яй. Надо было второго уже ловить. Ладно, 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 не психуй. У нас есть еще время на вторую, как раз 40 секунд. Мы сейчас успеем поймать и выловим крупнее, чем у него, 100%. У него по первому фиговый показатель. Давай, давай, давай! Да, да, успели. 203, да блин, а я выиграю, ой-ой-ой, да, не, это я уже не успею, но мы выигрываем. Пока что выигрываем. Ну почему она не засчитывается? А ну и в принципе... Выиграли? Да! 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 Открыть! Жемчужины, монетки. О! Американская собачья акула. Карась. Улучшить. 4 звезды. Еще лучшая. И вот его. Черный. Да. Еще не только его. Это третья звезда будет, да? Да. И у этого третья звезда будет. А мы еще можем его улучшить. 4 звезды. Все. Круто получить. Ура. Крутим. Давайте-ка мы его поймаем, новую рыбку, и почитаем о ней заодно. Оборудовать. Американская собачья акула может изменить окраску, что облегчает ей маскироваться. Не может быть угрозы для человека с их тупых зубов. Оборудовали. Ну и мы ее сейчас парочку выловим. Выловим, да. Акул парочку. И думаю, сегодняшнюю рыбалочку можно будет закруглять. Собственно, неплохо у нас с вами, неплохо. Неплохо. Рыбалочка прошла. Весело. Весело. Ну, главное, мы поединки выиграли, собственно. Рекорд рыбы поставили. Круто.
Просто круто. Ну давай, последний. Еще крупнее поймайся. Не, крупнее не поймалось. Ну, в принципе, я доволен. Я сегодняшней рыбалочкой доволен. Ссылочки в описании. Ссылочки будут в описании под видео. Обязательно зайдите, посмотрите. Там есть и другие. Будет ссылочка на первое видео по игре обязательно. Также на моем канале много чего интересного, поэтому зайдите, будет что посмотреть вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте мне друзьям. Нам надо увеличивать количество подписчиков. И мы вместе с вами это сможем сделать. Ну, в принципе, на сегодня все. Надеюсь, видео данное понравилось. Не болейте, не скучайте. А я скоро к вам вернусь. Пока-пока.